сегодня я увижу капан. Самый настоящий капан, скорее всего, вы понятия не имеете, что это, но я уже практически на полпути. Это такое очень знаменитое и важное здание. Не то, что для Сан-Паулу, вообще для всей Бразилии. Короче, выглядит как волна. Все здесь им дико гордятся. Я все проверила на Википедии. Там живет 5000 человек одновременно в одном доме. Блин, как он выглядеть вообще должен? Бразильцы, что вы такое придумали? Это был дикий фанат коммунизма, очень великий, прекрасный архитектор бразильский, который по образу и подобию коммунистическому построил это здание. Мы уже в центре, и это даунтаун, вот именно так он выглядит. Пошли посмотрим на здание. Оно уже почти там, я стараюсь не смотреть. Я прям в нетерпении. Кто это? Говорят, политик. Но похож на моего дедушку такой, хочется его обнять. Люди с такими лицами злыми не бывают. Особенно с лицами моего деда. Такой смешной, его хочется подергать за щечки. Вот оно, я его уже почти вижу. Ладно, давайте я подойду прям поближе, и чтобы оно прям на меня бахнуло своей невероятной красотой. 3, 2, 1. Что это такое? Почему оно в сетке? Его поймали как рыбу? Что это такое? Блин, да как вы это придумали, бразилы? Я хочу пойти внутрь, а можно пойти внутрь? А как люди живут в изогнутых квартирах? Не, ладно, наверное, они как-то это все придумали и продумали. Ну просто оно же старое, как это сделали? Ну, первый этаж, это какой-то торговый центр. Люди живут в торговом центре. Так, у нас есть информация о здании. Edificio Copan. Projetado на декада 1950. Pelo con sagrado arquiteto Oscar Niemeyer. Com a colaboração de Carlos Lemos, o Copan foi inaugurado em... Короче, в 66 году это дело все построено, уже довольно давно. И dos cartas portais de São Paulo, com sua inconfundível volumetria em forma de S. Это не форма S, это форма вала называется. Много информации, я не все понимаю. Вот так выглядит ваш подъезд в России? Мой не выглядел. Они впендюрили на первый этаж, и второй, и третий тоже, всего этого здания, куча всяких салоны очков, маникюр, педикюр и тайский массаж, рестораны и еда, там какое-то пиво. Здесь вообще чего только нет. Ты просто можешь, не выходя из своего дома, здесь все сделать. Самое упоротое, я слышала, что у этого здания есть даже собственный индекс, собственное почтовое отделение. И письма приходят только сюда, только им. Потому что почта у них здесь на первом этаже. Белорусская мода. А вы говорите, в Бразилии жарко. Пока кто-то клювом щелкал, украли холодильник и украли микроволновку. Вы все еще пользуетесь прокатом диска? Серьезно? Обалдеть, что посмотреть сегодня ночью? Так, что у нас здесь есть? Так, это я не посмотрю, потому что это игра. Здравствуйте. Симфильмар. Прокинорусия, женщина, утынь. Утынь видео. Утынь, видео о женщине. Да, но ты видео локадора. Сим, со на интернете. Если на кино Бразил, то не будет интересанче. Покас. Покас? Панта кош. Só dos últimos deslocadores. Ah, isso é muito interessante. É, como na Rússia também não tem, aqui também está acabando. Brasilцы, retro, мужики. Как здесь живут люди с наклоненными полами? Посмотрите, я стою внизу, а вот туда уходит дорожка вверх. Я спросила у охранника, кто поймал в сети это здание. Он сказал, что ремонт будет когда-нибудь, когда никому не ясно. В этом, конечно, Бразилия и Россия братья навек. Сколько? Архитектору было 103 года, когда он умер. 103! Это незаконно жить так долго. Бразиль, за что вы делаете? Прекратите. Короче, здание обалденное. Здесь Копан, это прям икон. Он на всех открытках, на почтовых марках. Даже где-то на светофоре я видела Копан. Я не была на крыше, но я уверена и я надеюсь, что вы построили там офигенную террасу, дорогие бразильцы, с бассейном, казино, блэкджеком и красивыми женщинами. У меня для вас сюрприз. Я нашла человека, который согласился устроить нам экскурсию в одну из квартир вот этого здания.
Я просто гринго. Идем, посмотрим, как капан внутри. Собственно, роскошная собака. Через этот лифт мы поднялись. Давайте посмотрим на обычную квартиру. Оп! Добро пожаловать. Квартира выглядит минималистично. Просто, симпатичненько. Прямо за моей спиной входная дверь, и вот уже гостиная. Вот уже мы сидим на диване, смотрим свой любимый бразильский сериал. Я не специалист в строительных решениях, но... Ну, 4 на 4, мне кажется, это совершенно квадрат. Давайте посмотрим на спальню. Чирик. В спаленку мы попадаем из гостиной, и спальня довольно светлая. И все минималистично, как в наших любимых заграничных фильмах, где стоит стол, стоит стул. И самая главная достопримечательность этого дома. Здание окружено пластинами, полосками, панелями, линиями. И вид примерно вот такой открывается из любого окна, любой квартиры этого легендарного дома. От многих местных я слышала байки о том, как люди, отмечающие что-либо здесь, в Капане, могут совершенно спокойно сигануть вот сюда, чтобы продолжить развлечения, так сказать. Давайте посмотрим на кухню. Все, что здесь помещается, холодильничек, плиточка, водичка, только холодная. Ванная комната, естественно, совместная. Я, по-моему, вообще еще ни разу не видела в Бразилии раздельный санузел. Та-дам! Ну что, зеркальце и душечек. И опять эти чудеса техники, душ с проводами. Так я уже не пройду. Очком пройду. Ну такая компактная жизнь. Но главное, за что люди любят это здание и почему оно так знаменито, это, конечно же, возможность подняться на крышу. И прямо сейчас я стою на пожарной лестнице, на которую, собственно, выходят покурить местные жители. И, ну как вам сказать, ну вот такой вид. Для бразильцев это здание эталон. А я до того, как сюда приехала, даже к своему стыду понятия не имела, что такое вообще Капан. Поэтому мы сейчас в комментариях проводим перепись населения. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях все, кто никогда не слышал про Капан до этого видео. А у вам, бразильцы, будет возможность узнать, а люди вообще слышали про Капан или нет. Потому что здание клевое, я хотела бы, чтобы люди про него знали. Ну все, увидимся в следующем ролике. Всем мои объятия.